каждый вечер, вечер наступает вдруг. Если делать нечего тебе, мой друг, если ты от жизни, от своей устал, может быть, заглянешь наш вечерний квартал. Это наш квартал. Твой и мой, здесь каждый свой, никого чужого. Наш квартал такой вечерний, такой родной, радует снова. Здесь сияют витрины и горят фонари. Здесь сигналят машины от зари до зари. Красотки танцуют, здесь всегда полный зал. Здесь девчонки целуют, даже если устал. Здесь всегда зажигает наш вечерний квартал. Да я на секунду зайду, мне только спросить. Уже психует, стоит. Здравствуйте, доктор. Добрый вечер. И вы, здравствуйте, доктор. Да. Такая ситуация получилась, что я у вас вчера делал вакцинацию. И что? Не мог уснуть. Думал и надумал, что не нужна мне вакцина, сдать ее надо назад. Поэтому, пожалуйста. Яким чином? Чему це? Что значит чему це? Я, пожалуйста, подготовился, я распечатал все. У меня есть ксерокс и принтер. Смотрите. Вот, по закону о правах потребителя я могу вернуть все, что угодно в течение 14 дней. Так что вот такие дела. А тем более по телевизору говорят, вот там вот, говорят, что он через эту вакцину нами управляет Билл Гейтс. Короче, вообще далеко, зачем ходить? У меня после прививки у деда пупок отсох. Отсох и упал пупок. А мой дядя Жашкова, у него теперь попа не вертикально, а горизонтально. Это неудобно сидеть, как будто сидишь, ну и лежишь, получается. А у тети Кати из подъезда номер 2, у нее на лбу маленькая елочка новогодняя выросла, и там маленькая белочка орешки. Ну так что, пожалуйста, нет времени. Давайте мне, я сам сейчас все... А вы еще робот? Вашу работу. В якому сенсі? Я не розумію. Ти щось розумієш? Я теж не розумію. Що ви кажете? Я говорю, тару дайте мне, куда-то вернуть вакцину надо. Вот тара была. Сейчас все уже глотну, все поздно. Опять сначала. Так, знаєте що? Ідіть, будь ласка, звідси. От, ідіть, де ви були, от туди ідіть. Який жах. Звідки ці антивакцинатори беруться? Якщо ти не хочеш пересваритися зі своїми друзями та родичами, краще не задавати в цій компанії питання, ти вакцинований чи ні. Дійсно, ця тема зараз дуже актуальна, і через неї виникає дуже багато суперечок. Отже, уявіть, родина антивакцинаторів, і в ній з'явився один герой, який зробив щеплення. Я не понимаю, вот как это, а? Вот ты мне объясни, а? Значит, в компресс чеснока он не верит. В луковые вот эти припарки он не верит. В воду заговоренную он не верит. А вакцину он верит, что это? А? Да мы ж тебя с детства берегли, мы ж тебе не делали вот эти прививки, вот эти от кори, вот это столбняка, вот это от свинки, мы не рубили, понимаешь? И что ты думаешь, мне эти все болячки на пользу пошли или что? Вот уже сомневаюсь, понимаешь? Вот ты мне скажешь, нашу ты это сделал, нашу ты вакцинировался? Ну как, ну пандемия, ковид. Да какой ковид? Вот какой ковид? Ты его видишь, тот ковид, а? Ну, да я шо? Не вижу. Матери не веришь, он у деда спроси, он хоть в медицине разбирается. Ну. Дед в медицине разбирается? Да. Человек, который выравнивает уровень сахара в крови песнями глюкозы? Так. Помогает же. Ты посмотри, как чипированный заговорил, а? Да нет никакого чипа. Нет никакого чипа? Ты сейчас скажи, что вещих снов не существует. Не существует. Не существует вещих снов? А знаешь, что мне сегодня приснилось? Что? Я вот так стою под роддомом, а мамка тебя рожает. Я ей такой, Рая, кто? Она мне такая, предатель. На, сон в руку. Это как вы не понимаете, вакцинация необходима. Вот это в тебе сейчас, вот это чип и кажи сейчас, понимаешь? Да нет никакого чипа во мне. Нет никакого чипа, серьезно? Давай, бери вот эту ложку, вставай. Давай, смотри, сейчас ложка прилипнет. На, понял?
чіпа нема. Ти подиви, подиви. А ти можеш чисту взяти? А не ту, которую ты облизываешь и не моешь, потому что, видите ли, воду экономишь. Что? Сыночек, дай я с ним поговорю. Давай. Сыночек, скажи, пожалуйста, как ты себя чувствуешь? Нормально. Так, скажи матери правду. Ну, рука побаливает. О, пожалуйста, я дивилася в передаче в Комаровского. Это правильно, значит, сейчас в твой чип информация вливается. Что еще? Ну, температура немножко есть. А це хорошо. Це хорошо. Це значить твій організм з інформацією бореться. Ага. І ще що? Ну, слабость небольшая. А це погано. Це, да. Це погано. Це значить уже чіп інформацію прийняв. Так, ладно, синок, давай. Я сильна. Я все видержу. Що ще? Ну, потію чуток. Це. Все. Все. Потеряли сина. Це зараз твоє лічне ДНК вместе з потом виходить. Тихо. Мать, не переживай. Слушай, сина, іди сюди. А ну скажи, ты хоть какой вакциной вакцинировался? Pfizer. Ты посмотри, а? Он еще самой бесовской вакциной вакцинировался, а? Вот ты мне скажи, вот как можно было в себе вколоть то, что называется еврейской фамилией? А? Вот объясни. Они ж даже не скрывают, понимаешь? Сейчас сидит цей Pfizer, сейчас где-то себе там в ЦРУ, там в Вашингтоне, там в Нью-Йорке, там сидит вот так вот. И ты у него на мониторе высвечиваешься, понимаешь? И передаешь ту информацию про наши 34 квадратных метра. Где что стоит, где что лежит, где что... Ты у тебя что... На! Вот. Подиви на него. Что там? На! Ты чего, батя? А они по-любому к твоим глазам при этом, понимаешь? Они сейчас меня реально бачат, а? Ви мого сина взяли, а мене ви не візьмете. Понятно? Бикани. Де ви цього набрали всього? Так, эту ересь показували по каналам Медведчука, а їх уже закрили. Скажи. Канали, может, и закрили. Но мы все передачи на кассеты записали. И периодически их пересматриваем, понятно? В глаза ему не смотрите. Рабинович говорил, чип через гляд передается. А нет никакого чипа вам. Что делать? Что делать? Спасать будем. Так, а ну, говори быстро, куда тебя вакцину кололи. Быстро говори. В руку. Так. А теперь, внучок, не дури. Спокойно. Опусти руку на пол и катни мне. Быстро. Как я катну ее? Ты нормально? Стоп. Вообще? Хорошо. Дай руку. Только тихо. 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 Что ты делаешь? Что я делаю? Спасаю тебя, дурак! Вакцину отсасываю! Ну, пап, ну что, ну что? Да не надо спасать меня! Чего вы так боитесь этой вакцины? А как не бояться? Как не бояться? Он, Людки соседки, сын Сашка от первого брака, вакцину уколол и помер. И помер. Да, но он потом наркотиками укололся. Но первой-то в храм души вакцина вошла, а потом уже все остальное. А потом, ну, до этого же нормально было. Он, по-моему, и до этого же наркотиками кололся, и ничего. И что ж нормально? Понимаешь? Сынок, куда ты катишься? Ты когда вот себя начнешь думать? Вот сегодня вакциной укололся, а завтра что? Пойдешь зубы лечить, да? Я их вылечил уже. Ты б тоже сходила, мать, уже 15 лет мучаешься. Зато за мамой Пентагон не дивиться, понимаешь? Ты это, между прочим, знаешь, что? Тай, чтобы мамка не чула. Как ты теперь будешь, а, жениться? Вот как ты будешь сейчас жениться, а? У тебя ж там все. Новый год наоборот. А как вакцина влияет на мужскую силу, вот скажи мне? В смысле я? У тебя сейчас вот это вот иглою там шарнирчик, який там тебе там в руке повредят, який отвечает за подъем твоей пипульки. И все? Ты думаешь, этот процесс напрямую зависит от шарнира? А ты хочешь сказать, что он по волшебству поднимается? Чуешь, что ли? Господи. А ты случайно вакцину себе не колов? А да. Да уже лет 5 як. Рот, Рая,
Подожди. Что? И где, по-твоему, этот шарнир находится? В руке или что? Где находится? Если бы я знал, где он находится, знаешь, у тебя были братики и сестрички. Или мамка была бы хоть немного счастливей. Сынок, сынок, да мы ж так за твоим здоровьем-то ухаживали. Мы ж, Толь, ну чуть что, мы ж тебя сразу к бабке шептухи-то вели, а? Да. И все. Да она меня просто раздетого любила трогать. Вы меня к ней 24 года водили. Ты шо? Не наговаривай на святого человека. Соберись, Баба Надя даже денег не брала. Говорила, деньги не главное. Главное, кайф. Кстати, Толь, можешь ей набрать, а? А вдруг ну, набери, поможет? Да, Селя, набери, может, что-то скажешь, а? Алло! Алло, Баб Надь! Не слышишь? А ну, может, так? О, так а слышно! Нет, а там же 5G, конечно же. Баб Надь, горе в семье, да? Да сын вакцинировался. Ага, Толя, запоминай. Да-да-да, давай. Так, ага, жабий помет. Жабий помет. Курина нога. Курина нога. Водой все. Все, я помню дальше, да? Спасибо, Баб Надь, да, спасибо. Спасены. Да? Так, сыночек, так, ты сейчас в чем вакцинировался? Раздевайся, все в коридоре положи, я в полнолуние сожгу. А ты иди сейчас. Я не буду никуда идти. Неблагодарный. Ну ти представляєш, який неблагодарний, а? Та що ж ти така? Що ви взагалі от слухаєте, а? Це ця людина якраз, яка казала, що земля кругла. А какая она еще, ну? Плоская! От скажи. Конечно, плоская. Вчера это было. Шел я, значит, шел. Дошел до конца земли. Упал. Даже синяков не было. Да. До какого конца земли? До какого? Вот там, где вода вот так стекает. Так... Да что я тебе рассказываю? Короче, это я кажу людині, яка вірить в вакцины, слышишь? А я вам говорил, нечего его в школу было сдавать. Ничему хорошему там его не научили. Вы нормальные вообще дети? Вы нормальные вообще люди? Что? А что такое? Он дед и дня в школе не был. И слава богу, жив-здоров. Mm-hmm. Уже 124-й год. Да он просто цифр не знает. Yeah. А вы ему поддакиваете. Что ты? Это нам повезло, что сегодня возраст только из цифр состоит. Вчера он вообще сказал, что ему 42F лет. Соседи! Вы что кричите-то аж на улице, слышно? Что случилось? Беда. Горе в семье, он сын. Что? Убил кого-то? Да если б. Вакцинировался. О! Ё-моё! Что ж вы не сказали, уж тут все потрогал. Это. А чего я пришел-то? Там же, если вакцину сделал, 1000 гривен дают. В смысле? Что в смысле? Ты... Сика? Штуку, говорю, ну, да. Штукарь. Да? Это получается, если... Ты что? Это нам всем-то 20-110 тысяч получается. Ничего себе, так а что мы сидим? Сейчас все чипы поразбирают. А ну-ка бегом. Что, мать? Что, каски оденьте? Конечно. Мать. Давай. Деда. Повалили, повалили. Подожди, да я еще разок шибану. Куда? Скажіть, а ось вам цілими місяцями тут на самоті не важко працювати? Звичайно, що важко, Маша. Але ми люди суворі. Це ж наш обов'язок. Яка цікава відповідь. І як вам пасується шапка? Дякую. Я цього бобра сам вбив. От так от люс. Вау, а біцепси які... Та... Що ви кажете, біцепс? Ну, є біцепс трошки. Хоча ви праві, біцепс у мене чималий. Ви дуже цікавий співрозмовник. Дякую. Дуже. Але час нашого інтерв'ю вичерпано. Наостанок я б хотіла лише одне. Що завгодно. Я б дуже хотіла... Я б хотіла вас поцілувати. А що ти за людина? Я тобі казав, в цій каністрі самогон, а от у цій керосин.
Клянусь. Не смотри по сторонам, чтобы нас не узнали. Да, хорошо. Хорошо. Класс. Как же я все-таки рад снова оказаться в этом зале. Но... Слушай, и я. Давай только быстрее, потому что мы и так опоздали, концерт уже идет. Алле, ну ты видела, какие пробки на дорогах? Ну и что, опять на вертолете надо было лететь или что? Ну, в самом деле. Ладно, давай. Вот, где наше место? Я не знаю, где я. А, вот здесь. Они. Извините, да. Пожалуйста. Извините, пожалуйста, наши места просто. Да, простите. Да. Ваш рюкзачок тоже, да? Спасибо. Ой. Спасибо. Слушай. Хорошо. Вов. Да. Же как здорово ты придумал, чтобы нас никто не заметил. Мы спокойно отдохнули в первый ряд своего двойника посадить. Это классная идея. Скажи, да я придумал. Можно теперь немножко, да. Я, кстати, вот двойника на экран вывели, видишь, он показывает. А, да. Слушай, ну, не сильно похож. Не похож, да? Да, какой-то вид уставший. Да не, нормальный вид у него. Да. Это самый похожий, кстати, из всех был. В залі присутній президент України Володимир Зеленський. Все, я встаю, давай. Вова! А, я забыл. Ти що? Я забыл. Ми же здесь, перестар. Так а чого він не встает? Ти предупреждав. Та тебе ж поймуть, що... Вставай! Вставай, пожалуйста! Меня ж поймуть, що це не я. Встань, паша, тебе за... Вот это пусло. Слава Богу! Фух, слава богу. Слушай, пронесло, да. Подожди, а это с ним что? Ермак и Шефир сидят? Не, это его охранники. Загримированные под Ермака и Шефира. Это тоже классная идея. Да, это тоже я. Подожди, а вот это слева от двойника, это кто? Ну-ка, ну это твой двойник. А, да? Да. Слушай, а не сильно она красивая, Вова? А? Да какие ко мне вопросы? Это он ее выбирал, Лен. Ты такое тоже спросишь. Ой, ну что, как ты думаешь, тебя ребята сегодня будут подкалывать? А что меня подкалывать? Я что, поводы какие-то даю, что ли? Лен, что ты молчишь? Я говорю, я что, поводы какие-то даю? Ну, сейчас посмотрим. Да ну нет, ну не могут они меня подвести. Че ты так думаешь? Ну хоть кто-то ж должен меня не подвести, Лен. Ну, ты тоже быть. Как спросишь, я не знаю. Ну, смотрят на меня. Ну хороший концерт, мне вообще нравится. Вот этот актер вот этот нравится. Какой? Вот этот, ну, который... Какой? Ну, какой? Я не помню уже, какое. 3 года тут не работаю. Ну, вот этот вот нравится. А, Вов, это Лена. Лена? Ну, вот прикольный вот этот Лена. Прикольный. Ну, хватит. Да я шучу, уже. Ну, шучу. Слушай, я знаешь, что подумал? Я просто, когда пришел в зал, мне просто ж сон такой снился. Какой? Ну, что я уже прихожу в зал. Серьезно? Вещий сон. Это как? С четверга на четверг. Угу. Понятно, понятно. Я просто в 2 лег, а в 5 встал. А, вот поэтому вещи, да. Слушай, Ленусь, а у тебя жвачки нету? Да не, у меня нет. Зачем тебе жвачка? У тебя же в пиджаке всегда. В кармане? А, ну ты... Это... Блин. Что? Да я ж двойнику пиджак свой отдал. Ну и что теперь делать? Да ничего, не сейчас, подожди. Да ну, Вова. Тихо, я жвачку хочу. Двойник. Двойник. Как его зовут? Валера. А, да, Валера. Валера. Валерчик. Телефон у меня в телефоне есть? Ты же записывал, когда сейчас. Выбирал. Так, двойник Валера. Вот, сейчас я его наберу. Да. Возьми трубку, двойник. Это я звоню. Валера, это Зеленский. Во-первых, выключай звук, когда приходишь на концерт.
А во-вторых, ничего не говори. Просто если ты меня слышишь, просто кивни. Вижу, слышишь. Валер, там во внутреннем кармане пиджака моего лежит моя жвачка. Я ж надеюсь, ты ее не ел? Если не ел, то передай мне, пожалуйста, ее как-то. Руку туда вниз под этот протяни и под сиденьями передай между рядами. Да, 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 давай, я принимаю здесь. Давай. Да, уже хорошо, ряд целый прошел, да. Да, там охранник вот лежит, вот ему передай. Не в зубы, в руку дай, да, да, хорошо, да. Давай, тяните. Сейчас. Мужчина, мужчина, вы можете ногу убрать? Мне там жвачку передать не могут. Да, да, давай, давай. Давай, тяни, тяните. О, есть. Все. Валерчик, спасибо большое. Молодец. Спасибо. Да. С этой жвачкой все. Давай смотреть концерт. Давай, давай. Пожалуйста. Клянусь, слышишь, а просто пить хочется. У тебя водички нету? Господи, Вова, сейчас посмотрю. Сейчас, не надо, смотри, я сейчас Валеру попрошу. Сейчас. Сейчас. Возьмем. Трубку возьми, Валера. Пожалуйста. Алло, Валер, я ж просил выключать звук на телефоне. Смотри, это снова Зеленский. Если ты меня слышишь, просто... моргни. Вижу. Молодец. Валерчик, смотри, там у Ермака во внутреннем кармане пиджака пятилитровая баклажка воды. Валерчик, не надо под этим, просто перекинь, я тут поймаю. Вова! Что? Нашла воду. А, нашла. Все, Валерчик, извини, по Ермаку отбой. Да, давай, пока, пока. Слушай. Да. Тебе мужчина впереди не мешает смотреть? А это не Разумков? Да нет. Тогда не мешает. Ой, вообще здорово, Вов. Правда? Как тебе концерт в целом? В целом неплохо. Ты знаешь, что касается... актерской игры? Да. Да. Конечно, никогда не думал, что скажу это. Но смотрю я на ребят и понимаю, при Порошенко было лучше. Да. Да. А вот то, что они сделали вот эту штуку с сурдопереводом, это они молодцы. Угу. Да. Только знаешь, что я заметил? Что? Что она переводит только тогда, когда я что-то говорю. Да ладно тебе. Я серьезно. Смотри. Я что-то говорю. И опять что-то говорю. Точно. Ленка, по-моему, она узнала меня. С чего ты взял? Но она смотрит на меня и улыбается. Так, быстро сейчас. Слушай, Вов, давай, знаешь что, давай, наверное, будем идти, потому что уже не только она на тебя смотрит. Конечно, давай будем идти, пока нас идем, не рассекретили. Идем, только тихо, пожалуйста, давай. Давай, идем. Все, идем. Тихонечко. Извините, пожалуйста. Да, пошли. Сейчас, подожди себе. Мужчина, извините, вы вакцинировались? Держите 1000. Возьмите. Я не помешаю вам. А вы вакцинировались? Да? Держите 1000.
Пойдем уже. Ну, вы вакцинировались? Нет? Гоните ты за чем? Пойдем ладно, уже. Ладно, идем, мне еще страну с Новым годом поздравлять. Кстати, что в этом новогоднем обращении будет? Снова все про мечту? Нет, на этот раз про планы. А мечта будет только одна, чтобы эти планы побыстрее осуществили. Все, пошел, побежали, вирус, давай, давай. Музыка гучніша вина. Слава Богу!